Приложили все усилия, но спасти не удалось. После почти 4 месяцев лечения в больнице скончался сотрудник зоопарка, на которого в январе напал тигр. Информацию для нашего телеканала подтвердила пресс-секретарь Института скорой помощи Дарина Арсения. Известно, что мужчина умер еще 29 апреля. У него были тяжелые травмы, практически несовместимые с жизнью. Врачи боролись за него несколько месяцев. 58-летний мужчина долгое время работал в зоопарке. Тигр напал на него, когда тот принес ему еду. При этом служитель пренебрег правилами безопасности. Из лап хищника его вытащили благодаря полицейскому, который выстрелил в тигра из служебного оружия. После случившегося госинспекция труда начала служебное расследование. Оно завершено на 90%. Инспектору ведомства оставалось опросить пострадавшего, чтобы сформулировать окончательный вывод. Он ожидал, когда смотритель придет в себя. Теперь все собранные материалы передадут в прокуратуру. Руководство зоопарка давать комментарии отказалось. Мужчина, которого задрал тигр, не был женат и проживал один.